Танцевальный коллектив «Задоринки» Дворца детского творчества участвует в конкурсе «Сияние талантов» несколько лет. И каждый раз воспитанники привозят домой дипломы разных степеней. В этом году юные артисты стали победителями в номинации «Народный и эстрадный танец». Для детей это, конечно же, бесценный опыт. Опыт и дух вот соперничества, осознание и понимание того, что это не просто выступление, вот, да, как на концертах, а это действительно происходит борьба за первое место. У них уже у самих какой-то такой азарт появляется и интерес. В конкурсе приняли участие юные танцоры со всего региона. Оценивала конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли педагоги ведущих вузов России, а также руководители творческих коллективов и студий, музыканты и хореографы. Некоторые участники специально приезжают на такие конкурсы, чтобы узнать мнение профессионалов. Я знаю, насколько это важно, пообщаться после конкурса с судьями, узнать мнение. Я всегда остаюсь до последнего момента, когда заканчивается конкурс, чтобы обсудить, переговорить, ну, в первую очередь услышать наши, скажем так, возможности нашего роста, возможности роста коллектива и воспитанников, услышать критику конструктивную. Коллективу «Задоринки» в этом году исполнится 5 лет. Некоторые из участниц занимаются здесь со дня его основания и уже точно знают, как правильно вести и держать себя перед зрителями. Но, как признаются девочки, перед каждым выходом на сцену волнение все же присутствует. И справиться с ним им помогает преподаватель, который вселяет в них веру в себя. Я очень боялась, мне было страшно, мне было испуга. Но я постаралась, я даже не думала, то, что займем первое место. Когда мы узнали, что у нас было призовое место, мы с коллективом очень обрадовались, потому что это был всероссийский конкурс. На конкурсе руководитель «Задоринок» Анна Козловская была отмечена за вклад в развитие культуры и искусства России, а также за вдохновение и мастерство. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.